наконец-то дошли руки записать видео и дополнить свой обзор на самогонный аппарат Макарыч. Вернее, Макарич, так он теперь сейчас называется. Для меня он остался Макарычем, старым добрым Макарычем. В общем, что? Необходимо теперь дополнить весь мой обзор. Давайте подведем итоги, теперь уже можно их смело подводить и сказать так. В январе месяце я залил видео обзор самогонного аппарата Макарыч, да, на YouTube. Ровно через 3 месяца на моем счету скопилось достаточно денег для того, чтобы купить себе свой собственный новый самогонный аппарат. Что я с удовольствием и сделал. Я его потестил. Соответственно, могу смело сказать, это однозначно лучший самогонный аппарат даже сейчас на рынке. Да? Помимо всего, я выложил объявление на Авито, и, соответственно, этот аппарат у меня пришел человек и забрал. Взамен него буквально недельку назад я заказал очередную версию, и теперь уже спокойно, потихоньку вам расскажу о всех отличиях, что изменилось, что добавилось. Да? И хочу сразу же сказать всем, которые сомневаются, либо считают, что какое-то кидалово идет. Ребят, вот я сам такой же, когда первый раз только появилась эта программа, я думал, это дичь какая-то, вообще полная лажа. Но зарегистрировавшись и заработав денег, я теперь могу смело сказать, ребят, проходите по моей ссылке, регистрируйтесь, продавайте соседям, продавайте на Авито, продавайте как угодно. Но вы благодаря этому можете заработать самогонный аппарат просто ни с чего. То есть, вложив, я считаю, не такие уже огромные усилия, вы можете заработать приличные деньги. К слову сказать, самогонный аппарат я заработал, и сейчас у меня скапливаются деньги, и я хочу себе, скорее всего, флейту с флейту с тарелками медными. Заказал еще помимо сейчас на первый период просто трубу на полтора кламповую, кламп на полтора, медная труба, она ко мне придет чуть позже, и я уже буду свою чачу перегонять, соответственно, на медной, с медной трубой, с медной насадкой, все это будет только через медь, потому что медь — это огонь, ребят, это просто огонь. Вопросы, да, вопросы. Я сразу скажу, ребят, если какие-то возникают вопросы, вы всегда можете мне в личку ВКонтакте, либо в другие социальные сети написать, и я с удовольствием отвечу. Только не надо писать там, что аппарат говно. Ребят, поверьте, вот если был бы говно аппарат, никогда бы в жизни я не стал бы рекламировать говёный самогонный аппарат. Поэтому, если вы хотите написать какую-то там гадость в комментариях, бога ради, пишите, мне насрать на это все. Ну и хотелось бы, конечно, поблагодарить всех тех подписчиков, которые зарегистрировались по моей ссылке и позволили мне заработать этот самогонный аппарат. В общем, на данный момент я заработал на дистиллярусе где-то около 25 тысяч. То есть, ну считайте, да, 8 месяцев 25 тысяч. Поэтому решать вам, либо сидеть, гундеть и постоянно жаловаться, либо просто взять, зарегистрироваться и получать свою денежку. Поэтому давайте о этих нюансах всех будем прекращать разговор и непосредственно переходить к делу. Я хочу рассказать, как я на своем опыте приспособил систему охлаждения, что я для этого купил, что для этого необходимо. Сейчас все подробно расскажу. Ну и я не вижу смысла по 100 раз повторять, из чего состоит Макарыч. Да? Я сделаю акцент только на то, что изменилось в нем. Самое главное в нем не изменилось. Он по-прежнему остается лучшим самогонным аппаратом на рынке нашем российском. В общем, все. Давайте покажем, расскажем и уточним. Ну что, вот он перед вами весь секрет системы охлаждения Макарыча. Да? Это самый простой вариант, какой может быть. Вот два крана шаровых, тройничок, 4 шланга. Где-то общая стоимость 900 рублей. Решайте сами. Если бы я был хитрожопой задницей, я, конечно, бы вам навяливал бы сейчас. Конечно, берите дистилляруса, систему охлаждения, 3 с лишним тысячи рублей. Это идеальная штука. Но нет, ребят, я вам абсолютно вот по чесноку говорю. И себе я лично сделал так. Да, я зажал там пару тысяч рублей. Мне было жалко. Сэкономил я их и поэтому доволен.
Как вам поступать, это только ваше решение. Если вам 2000 или 1500 это не большие деньги, то, конечно, берите набор системы охлаждения. Визуальнее она, конечно, посимпатичнее смотрится, чем эта система. Ну, в общем, все. Эстетические прелести отбрасываем в сторону и разбираем непосредственно мою систему охлаждения, которую я собрал. Вот эти вот два краника по 200 рублей стоят. Это 400, да? Этот около 100 рублей стоит тройничок. И шланги в совокупности, там, если учесть, что вам еще в любом случае понадобятся ПВХ либо силиконовые шланги, ну, грубо скажем, 1000 рублей обойдется это вам. Единственный геморрой какой в этой системе охлаждения? Это, конечно же, шаровые краны. Они не предназначены для того, чтобы плавно регулировать подачу воды. Поэтому мной было плюнуто, да, и потрачено 600 рублей. То есть вот этот вот один краник я откидываю, и с Алиэкспресса вот такой вот игольчатый краник, да. Вот, пожалуйста, игольчатый краник был заказан. В этом сразу система намного проще становится. Конечно, можете купить на шаровых кранах и настроить расу, ее помучившись хорошо. Танцы с бубном вокруг этого самогонного аппарата настроили, и все. И не дай бог трогать его, чтобы ни в коем случае настройка дефлегматора все время была в одном положении. Вот тогда можно, в принципе, подзабыть о этой всей хрени. То есть я стараюсь каждый раз регулировать дефлегматор, поэтому мне нужен был игольчатый кран. И вам советую абсолютно не жалейте, закажите себе на Алиэкспресс этот краник, и вы будете просто в восторге. В общем, что, почему 4 шланги, да? Это я сейчас соберу и все покажу непосредственно уже на собранном варианте этой системы. В общем, вот так вот нехитро смотрится эта система. Отсюда у нас поступает вода. Здесь стоит тройничок. На холодильник уходит у нас отдельно стоит шаровый кран. Нам на него насрать, поэтому там особо тонкой настройки не надо. Уже здесь на дефлегматор идет игольчатый кран, который вот здесь вот и играет основную роль. Вот тут мы его покрутим, закрутим, открутим. Тоненькая-тоненькая струйка регулярно, стабильно работает. Вот такая вот система. Нехитрая и довольно-таки недорогая. У некоторых может возникнуть вопрос, зачем поставил на отвод воды вот эти вот два гибких шланга металлизированных. Объясняю. Один раз обжег руку, теперь стал умный. ПВХ при нагреве становятся очень гибкими и согнулись и облили руку. Соответственно, мне это нахрен не надо. Я сделал вместо штуцеров вот такие вот трубочки. И самый интересный момент, что вот здесь вот выход, кто хоть раз подсоединял кран у себя дома, да, он знает, что такие шлангочки продаются в магазинах для подключения крана, и элементарно вставляется в шланг ПВХ, и подвод воды работает исключительно. Вот такие дела. Ну что, выходим на финишную прямую и разберем отличия. Какие же изменения в этой модели с самогонного аппарата произошли? Смотрите, вы видите разметку. Это раз. У нас появились силиконовые ручки. Ну и самый главный плюс, который должен был появиться в модели, в этой модели, это, конечно же, 4 зажима, вы видите. 4 зажима, которые решают проблему с герметизацией куба. В общем, вот так вот. И еще какое. В нынешних кубах идет немножко по-другому. Вы видите, есть предохранительный клапан, есть гильза для термометра и одна гильза сверху. То есть добавили в крышке еще дополнительную прорезь для клапана предохранительного. В предыдущих версиях этого не было. Будем заканчивать. Я думаю, подробно рассказал все это о самогонном аппарате, и осталось только за вами решение, покупать его или не покупать. В общем, если есть у вас желание получать замечательные напитки и иметь красивый самогонный аппарат, покупайте, вы не пожалеете. На этом я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч, пока. И послесловие. Конечно, хотел в этом видосе записать подробнейшее видео. Оно было записано неоднократно на камеру по поводу перегонки всех этих процессов, сколько идет, в общем, все эти моменты.
А в итоге где-то похерил эту видеозапись и теперь не могу ее нигде найти. Скорее всего, сдохла вместе с винтом, который полетел недавно. В общем, вот так вот. И забыл, конечно же, сказать. Под видео будет ссылочка на покупку самогонного аппарата. В общем, пройдя по ссылке и зарегистрировавшись на сайте, вы получите 5% скидку. А заказав самогонный аппарат Макарыч, вы получите свою собственную ссылочку, по которой можете, которую можете кидать своим друзьям. И вы будут получать 5% скидку они, а также вы 5% за их покупку себе на счет. Вот такой вот заработок. Также я вам расскажу, как получить 20% скидки на дистиллярусе. Но это уже только в личку. Всем, кто увидел этот обзор, конечно, желательно посмотреть самый первый обзор самогонного аппарата Макарыч, чтобы все стало на свои места. Вот теперь все. Пока.